Снова всем привет, дорогие друзья, это уже не помню какая карта за сегодня, меня зовут Дима, Mining Brother Dress, и на этом канале каждый день выходят новые карты на фарм опыта. Только что обновили карту, сейчас я вам покажу, это супер быстрая и мега крутая карта, на ней просто можно невероятно круто зафармить опыт, но имейте в виду, ее обновляют каждый день, поэтому если вы долго будете думать, вы можете не успеть. С вас подписочка, лайк и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, а я показываю, что подготовил для вас. Заходим в поиск, вводим сюда поисковую строку код 33 47 18 09 37 42, нажимаем Enter, появляется вот такая картиночка, на нее нажали выбрать, и здесь обязательно проверили, чтобы стоял частный режим игры, а не открытый. Все, после этого нажимаем играть, и пока грузится карта, в магазинчике предметов заходите, нажимаете внизу поддержку автора и вводите мой код сюда, G-App, после чего нажимаете поиск, код фиксируется в вашем магазине предметов, и с этого момента компания Epic Games будет делать небольшое отчисление за все ваши покупки, потому что я их партнер. А вам я огромное передаю спасибо за такую классную поддержку и оценку моих трудов. Карта загрузилась. Бежим вот сюда вот в телепорт, ныряем. И нам с вами нужно, друзья, добраться до вот этого плакатика. Вот возле этого плакатика слева нажимаем кнопочку XP. После чего подходим к любому абсолютно из этих баннеров, к терминалу, чтобы он засветился зеленым цветом, потому что так он светится синим. И нажимаем на него. Сюда вводим код 00381331-2154. Код я оставлю в описании. Очень легко будет его скопировать и вставить. Не нужно будет вписывать. Все, картинка поменялась. Значок XP есть на карте, видишь? Значит, здесь есть опыт. Нажимаем на сам баннер. Теперь выбрать и ждем, пока загрузится карта. Да, загрузились. Теперь, друзья мои, пробегаем вот сюда вот вниз. Поворачиваем направо, и между вот этих двух секций становимся вот сюда вот на шов и делаем здесь любую эмоцию. Лучше коротенькую. Открывается портал, забегаем в него и попадаем к таймеру в 900 секунд. 4 циферки кода сюда нужно будет ввести. Обратите внимание, сзади стоит еще один портал, но он сейчас не активен. Если код ввели, показала надпись «Дон», и портал стал активен, значит все хорошо, карта работает. Если пароль ввели и ничего не происходит, а портал также не активен, значит код больше не подходит, автор обновил карту и на ней больше нельзя фармить опыт. Еще обратите внимание на то, что должен быть обязательно значок XP на карте, чтобы на ней можно было фармить. Если его нет, значит на карте сейчас опыта нет. Пока будем ждать таймер, обязательно присоединяйтесь к моему Discord каналу, ссылочка сейчас на экране в виде QR-кода, есть ссылка в описании к видео, в описании профиля. Всех жду, становитесь частью нашего классного дружного комьюнити, там есть магаз, через который можно очень легко и быстро задонатить в игру и наслаждаться процессом. Там есть голосовые и текстовые каналы, там можно найти друзей, там есть функция поиска тиммейта, короче, очень много всего интересного. Всех жду обязательно в Дискорде, плюс я там периодически провожу розыгрыши. Так, друзья, закончился таймер, сюда вводим теперь код 571. И последняя 1. 5711. Нажимаем. Так, друзья, к сожалению, есть у нас очень тупые люди. Вот, например, Сквизи. Он настолько тупой, что он мешает мне сейчас записать это видео для вас. Я его уже удалил из друзей, никогда больше не добавлю. За такие вещи, когда вы мешаете мне записывать видео, ребят, буду удалять. Код 5711. Нажимаете подтвердить. Открывается вот такой портал. Запрыгивайте сюда. Падайте на рельсу. И едете по ней, лутаете опыт. Друзья, я разочарован такими подписчиками, как Сквизи. Надеюсь, что больше никто из вас никогда не посмеет так поступить. Если вы будете заходить ко мне на карту, когда я записываю, я буду удалять из друзей без возможности восстановиться. Все, офигенная карта. Здесь можно реально залутать очень много опыта. Как видите, уже вон больше 170 тысяч мне капнуло. Сейчас проедемся, посмотрим, сколько в итоге будет. Все, доехали, берем плавовую пушку, поливаем здесь животных и за них еще насыпает дополнительно опыт. 217 тысяч только что зарегалось у меня, еще зарегалось сколько-то, короче, карта имбовая, просто реально, просто нет возможности сейчас еще раз перезаписывать. В воскресенье вообще я не работаю, у меня выходной день, но из-за таких вот дурачков приходится тратить дополнительное время. Извините, ребят, за грубость, конечно, просто уже накипело. Не понимаю, насколько нужно быть тупым, чтобы вот так себя вести. Спасибо за просмотр, надеюсь, что эта карта вам поможет. Как бы она сейчас не выглядела, как бы хреново я ее не записал, надеюсь, это поможет вам быстренько прокачать свой уровень и достигнуть своих целей. Все, всем пока, ребят.